Alright. אוקיי. כשמסיים שליח ציבור, עלינו לשבח שבסוף התפילה. קדש שליח ציבור זקן שובי, תכנסי מעלית ועלינו לשבח, מוסף נראש השנה, תוקעים תרועה גדולה. Делаем большой один звук, длинный звук. Лорер ве сатан. Написано, чтобы это конфьюз, это сатан. Что шелой трагрегада олохим лейхол ли что. Чтобы не делал никакой проблемы для людей, которые сейчас идут кушать и пить. Почему? Для того, чтобы показать, что мы не боимся вот этого самого судного дня, от этого дня, когда Всевышний нас судит. Ахарат филат сур литко шело лицорех. После молитвы уже нельзя трубить в шофар без нужды, шум коль, даже одного голоса. Меахару кварьяца и дехо, потому что уже митцву сделал. Ваткия, ватокия, шабо, вло, хотир, эля, лецорех, митцва. И нам разрешили трубить шофар только для митцвы. Если уже митцва выполнена, все, уже нельзя его пользоваться. Векатан, поход, мигил, бар, митцва, гил, лихонух, мутар, литко, лимонна, эн, базе, хашаш, исур, клал. Если ребенок, которому еще бар мицвы нету, то этот ребенок может трубить себе, потому что у него нету мицвы, у него нету обязанностей, но он хочет научиться, как, то есть он увидел, как Токея делает, и он вдохновился и тоже хочет, не нужно его останавливать. Взрослым нельзя, детям разрешается, потому что у них нету мицвы. Баруха Дунай Лаулам. Аминь.